Так, драгоценные мои друзья, ну вот отливочка свинцом хотел вам показать. А видите, с правой стороны, наверху, мы видим здесь, ну как бы лярвочку или черта, который не находится на теле человека, вот он, видите, а находится в поле его. Да, вот это отливка женщины, это лярва с правой стороны, этот черт следит за тем, чтобы, ну как бы, счастья в жизни не было, то есть отгоняет, может быть, нужных мужчин, а притягивает, наоборот, каких-нибудь там порочных. Ну и здесь, видите, конечно, тут намешано и на голове, посмотрите, и, главное, на плечах. Вот на плечах прямо оба плеча закрыты, грустно вешено. Ну, знаете, как бы красивая девушка, женщина. И здесь прямо вот, видите, если посмотрите на груди, как комары такие, прямо с носиками, а они пьют прямо энергию из общения, видите, в горло он носик свой. Второй здоровенный комар, вот я вам говорил сегодня об инсектоидах, ну, пьет энергию удачи прямо. Видите, прямо шипы под ногами. Один как стрела вот вниз живота, в паху, как бы, видите, закрыто. И закрыто несколько раз. То есть это пожелание мужчин, которые, ну, как бы ставят печать, блокируют женщину, чтобы, ну, не доставайся ты никому. Ноги перекрыты, да, то есть вот прямо здесь вот все покрыто моркой и некротикой. То есть вот здесь вот, друзья мои, яркий пример, как вот на красивую женщину можно, ну вот, ну не можно, а вот навешивают, просто потому что она привлекательная, и вот ей закрывают и одно, и другое, и спицы втыкают, и подруги, и мужчины недобросовестные. Вот, в общем, такие дела. Все, драгоценные мои, будем осторожнее.